Поздравляем вас с первой сухой победой в сезоне. Для защитников, наверное, это особенно приятно, когда выигрывают и не пропускает команда. Ну, конечно, всегда стараемся на ноль сыграть. Последние игры все никак. Сегодня выстрелили, там ребят под шайбу ложились в конце. В принципе, думаю, хорошо сыграли в обороне. Но это, можно сказать, какая-то такая отправная точка, может быть, важный пункт, к которому стремитесь в сезоне? Конечно. В принципе, в каждой игре стараемся. Вот сегодня получилось, и думаю, будем дальше стараться делать все, чтобы также на ноль играть. Почему такая сложная игра получилась сегодня с Сочи? Всего в одну шайбу выиграли, и по тому, как игра складывалась, очень как будто бы равные близкие соперники. Ну, Сочи сейчас в последней игре хорошо играла. В принципе, нам говорили и до игры еще, что готовится к тяжелой игре. Еще плюс поляна, лед был такой медленный, тяжело, душно. Ну, как, в принципе, всегда здесь. Были моменты, вначале могли забить, чуть-чуть подуспокоиться, но забили одну, хорошо. Поэтому Сочи хороший соперник, хорошо, что выиграли. Последние минуты как переживали, когда сняли вратаря сочинца и заперли в зоне просто? Да, было прям напряженно. Шайбу даже не смогли завладеть. Сочи все две минуты практически в зоне держала шайбу, бросали. Ребят хорошо на себя ловили и вратарь тоже. Поэтому две минуты эти отстояли, выдохнули и забрали три очка. Как поздравили Алексея Мельничука с сухарем? Обыденно поздравили, пусть готовятся дальше, еще сухари нужны.